Всем привет, с вами Стас и Фейс, который отошел немножко от своего такого довольно оригинального звучания, и об этом мы сегодня и поговорим. Как обычно, напоминаю, CloudRap 1.2, видеокурс из трех частей, подробнее в конце видео, чтобы заказать, напиши мне ссылку в описании. Приступим. Естественно, самое интересное в этом треке — это мелодия, и она действительно крайне интересная, и поэтому мы начнем и не с нее, а начнем с ударных, и быстренько их пропишем, потому что они, ну, не то чтобы довольно тривиальные, но довольно обычные. Сразу скажу, что я решил использовать обычные трэповые сэмплы, они процентов на 80 похоже на то, что есть в треке, ну, потому что это обычные трэповые ударные сэмплы, которые будут в проекте, которые будут где? В паблике ВКонтакте. Когда? Когда этот ролик соберет 2000 лайков. Темп, кстати, у нас 171 удар в минуту, что говорит уже о многом. Например, о том, что трек довольно быстрый. В общем-то, больше ни о чем она нам не говорит. А паттерн снера выглядит вот таким вот образом. Да? Именно таким образом. Давайте, чтобы было поинтереснее, пропишем open head, который звучит вот так. Он такой чуть-чуть укороченный, то есть он не на всю длину вот этого места, а чуть подкороченный. Как я его укоротил? Конечно же, с помощью envelope. Как я это сделал? Я 1000 раз показывал, не буду на этом больше останавливаться. Единственное, что у head есть вот такая вот заковырка. И все, больше ничего интересного в этом опенхете нет. И давайте перейдем к первому закрытому хэту, который тоже совершенно ничего интересного из себя не представляет, потому что это обычный хэт. Давайте один потише, другой погромче. Вот так, Ctrl-B зажимаем, хлоп, все. А вот второй опенхет, ой, закрытый хэт, простите. Что же я говорю такое? Поинтереснее. Он звучит вот так. Давайте возьмем его чуть повыше, чтобы он отличался от нашего первого хэта. Вот так сделаем. Потом сделаем вот так вот. Да, это 1/3, пробежечку такую небольшую. И вот так. То есть, я заметил, что второй хэт отыгрывает партию рабочего барабана. И это нормально звучит. Не сказать, что прям какое-то такое шикарное нововведение, но звучит интересно. И отыгрывает он ее не всегда, а только где-то вот так вот. То есть, можно еще вот так вот сделать. Я без понятия, сделано так в оригинале или нет. Но мне кажется, что звучит прикольно. Так что мы сделаем. Просто скопируем это и все. И можем сделать, кстати, еще настройку панорамы. Но! Самое главное, нельзя забывать о том, что эту панораму нужно сбросить. Как это сделать? Зажимаем Alt, левой кнопкой мышки, хлоп, и все сбросил. И еще одна интересная фишка. Смотрите, мы его клонируем. Но я хочу, чтобы во второй половине панорама хэтов была инвертирована. И как это сделать? Очень просто. Выделяем, жмем Alt-X, offset ставим на 0. Multiply делаем отрицательным примерно процентов на 100. И жмем Accept. И вот она развернулась. И не забываем поставить сэмпл, выделить его, Alt, левая кнопка мышки, щелкнуть на него. Все, мы сбросили панораму. Мы молодцы. Теперь кик. Кик обычный. Можно прибавить громкости, чтобы было круче. Все. Ctrl-C, Ctrl-V. С басом такая же фигня. Но мы пока не будем его прописывать, потому что для баса нам нужна мелодия. А мелодию мы сейчас пропишем. Мелодия здесь интересная, и это действительно круто. Ну давайте еще шифтанем немного наши хэты, чтобы покруче звучало. Одни посильнее, другие послабее. Точнее, наоборот, одни послабее, другие посильнее. И вот. Чувствуете? Грув появился сразу. Кач, безумный кач. Конечно же, пока его не совсем хватает, но мы займемся и наладим его с помощью мелодии. Основную мелодию мы будем играть с помощью библиотеки Alicia Keys для контакта. И давайте сразу посмотрим, какие у нас будут аккорды. Аккорды у нас будут интересные. Вот такой. Подсказка, что это такое за аккорд. В правом верхнем углу сгорелся опросик. И у вас есть 5 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. И вы молодцы, вы угадали, что это си бемоль минор. Ну, даже если не угадали, то теперь вы знаете, что это си бемоль минор. Второй аккорд. Соль, диез, мажор. А третий аккорд. Фа, мажор. Или нет? Фа минор. Звучат они вот таким образом. И потом у нас тан-тан в конце на фа диез мажоре. По-моему, вот так.
Отлично. Вот такие у нас аккорды, но нам нужно их немножко транспонировать, чтобы они покрасивее звучали. Кстати, лад у нас, мы можем посмотреть, это натуральный минор. Вот он же аэолиан. И аэолиан, какое дурацкое слово. И это ля диез. Как вы думаете, как я подобрал эти аккорды? На самом деле, конечно же, на слух. Нет, это неправда. На слух я подобрал только первый аккорд. И потом я начал смотреть по вот этому вашему, нашему любимому кругу, какие аккорды близки этому аккорду, чтобы построить интересную прогрессию. И перебором аккордов подобрал нужные аккорды, которые совпадают с аккордами трека. Но опять же, насколько они точно совпадают, мы сказать не можем, потому что у меня, к сожалению, нет настолько классного музыкального слуха. Но я почему-то уверен, что если мне прилетят предъявы на авторские права, то аккорды похожи. Кстати, вторая часть у нас немножко отличается. То есть там совпадают два первых аккорда, но третий аккорд у нас другой. Третий аккорд у нас фа диез мажор. Мажор, а не минор. И следующий аккорд у нас тоже другой. Он у нас соль диез. Вот как-то так это все звучит. И там еще куча ноток, которые переходные между ними. Сейчас мы тоже ими займемся, а пока давайте аккорды посмотрим. Они немножко транспонированы. Примерно вот так вот. Они чуть-чуть иначе звучат. И, по-моему, в треке они расположены именно таким образом. Соответственно, здесь то же самое проделываем. Берем верхние две нотки, транспонируем их. Вот мы получили аккорды, которые были в треке. Ну или, по крайней мере, очень на них похожи. Давайте займемся мелодией. Как я прописывал мелодию? Ну, просто так, чтобы интересно звучало, с помощью нот, которые входят в наш лад. Который, напоминаю вам, что это натуральный минор, он же эолиан, он же обычный самый минор. И это по-другому скейл, и это у нас ля диез. Сейчас как-нибудь будем подбирать. Да-да-да. Вот оно. Вот так. Ух, какая сложная мелодия. Конечно же, на этом работа с мелодией не закончена, это мы только ее прописали по ноткам. Она действительно интересная, ее сложно подбирать было, по крайней мере, мне. Я знаю, что человек, который умеет нормально играть на фортепиано, сходу бы ее подобрал, но, к сожалению, я не тот человек, и поэтому я подбирал ее с довольно большим трудом. И давайте займемся ее очеловечиванием, это то, что ей необходимо сделать в данном случае. Во-первых, давайте некоторые аккорды продлим. Вот этот так продлим, вот этот продлим посильнее. Тут нужна будет еще одна нотка, кстати, ее потише сделать. Тут. Вот так. И сейчас надо будет расставить акценты. Как это сделать? Во-первых, нам нужно убавить все немножко. Во-вторых, нам нужно выделить эти аккорды, которые основные. Самые основные, только вот эти 6 аккордов. Думаю, дополнительно трогать не будем. Нажмем Alt-S, Strummize. Вот он, видите, выровнялся немножко. По громкости они немножко съехали. И они съехали немного по положению. То есть они стали более очеловеченными. Вообще, кстати, мы могли еще воспользоваться Alt-Q, но давайте не в этот раз. Так что сейчас просто будем выставлять им громкость. Вот так, дополнительным ноткам. Давайте здесь тоже сделаем Strummize, только послабее. И немножко удлиним ноты. Типа, чтобы такой туру плавный переход был. И мы можем сравнить, как звучит не очеловечная партия и очеловечная. Вот очеловечная. Неочеловечная. Неочеловечное звучит значительно хуже. Так что, если у вас есть возможность, очеловечьте свою мелодию. Это несложно, это недолго, но улучшит ваш звук.
Можем, знаете, как сделать? Alt-X, офсет также на центре. И дать немножко офсета побольше и multiply немножко уменьшить, чтобы уменьшить разницу между громкими и тихими звуками. Конечно же, это еще не все. У нас есть еще вторая мелодия, которая будет играть на Nexus вот этим инструментом. Сейчас мы о ней и поговорим. С мелодией, кстати, мы еще проделаем одну интересную штучку, но о ней позже. Такой типа своеобразный сайдчейн сделаем. А пока давайте пропишем. Вот, да. Как-то так. И на вторую часть. Вот, да. И давайте займемся вот этим самым пресловутым сайдчейном. Как мы это сделаем? Берем канал с фортепиано, вешаем на него, конечно же, наш любимый пик-контроллер. Бейс оставляем на нуле. Волюм оставляем на таком же уровне. На этот канал вешаем фрути-компрессор. Делаем так. Правой кнопкой жмем на ratio, link to controller и пик. И видите, когда играет фортепиано, степень сжатия увеличивается, но поскольку трэш-холд на нуле, а если мы сделаем трэш-холд побольше, наоборот, то есть поменьше. То есть, когда звучит фортепиано, оно сжимает нашу вторую мелодию. И именно этого эффекта я хотел добиться. Ну, не так жестко только. Чтобы получить вот такой прыгающий звук. Нечто подобное сделано в треке оригинале. Я, честно говоря, не знаю, сделано это таким образом или другим, но я подумал, что вот такую фишку можно показать. По крайней мере, с сайдчейном все. Теперь следующий момент. Мелодия повторяется два раза, потом повторяется еще два раза, но на этот раз на октаву вверх. Или не совсем так, но суть в том, что именно она двигается на октаву вверх. Вторая мелодия остается на своем том же самом. Кстати, на вторую мелодию можем применить Alt-Q вот с этим пресетом Drummer Swing, и он немножко даст жизни нашу вторую мелодию. И, естественно, Alt-X, и нам нужно подровнять Multiply, чтобы он не был таким жестким. Теперь давайте все это соединим вместе, воедино, так сказать, и добавим бит. И добавим бас, конечно же. Бас у нас будет идти по кику за парой исключений. Для этого перенесем его в наш паттерн с мелодией и настроим по мелодии. С басом я проделал очень простую махинацию, то есть уменьшил продолжительность, подкрутил out и все, больше ничего. И включил, конечно же, cut itself. В первую очередь, главное, что мы можем с ним делать, это поднять на ля диез, чтобы построить партию. Не будем хватать звезд с небес, просто построим по ноткам. И вот так сделаем. Эту фишку я у кого-то подсмотрел. Сделаем вот так, чтобы он у нас заканчивался вместе с паттерном. И сделаем небольшое дополнение к партии кика. Вот и вся партия. Теперь опускаем вниз. Только нам его нужно сократить, потому что он будет у нас в паттерне с ударными. Ctrl-X, паттерн назад, Ctrl-V. Теперь давайте все это сбросим на микшер, но перед этим подредактируем название. Ну, в общем-то, все, пришло время сбросить все это на микшер. Начиная с 6-го, Ctrl-Shift-L. Теперь у нас все на микшере. Можем сделать наше волшебное сведение. Начнем с баса. В первую очередь повесим на него софт-клипер, который, кстати, висит и на мастере. Также добавим сюда, конечно же, Wave Shaper. И еще одна. Если вы прямо сейчас поставите лайк под этим видео, то я поведаю вам один из секретов, как еще можно расширить бас. Итак, я жду. Спасибо, что поставили лайк. И давайте покажу. Берем Ozone Imager. Делаем тут он. Эту хреновину двигаем на 250 плюс-минус. Делаем вот так, вот так, вот так. И таким образом мы расширяем высокую составляющую нашего кика, оставляя бас на месте. Фаза не крутится, лавэхо мутится. Нет. Фаза не крутится, мастеринг мутится. Вот. Если нравится афоризм, ставь лайк. Я не знаю, как еще забайтить это лайк. Просто ставь лайк. Слушаем всем вместе.
Что-то мне не нравится, как бас звучит с мелодией. Давайте-ка снова вернемся в этот паттерн и послушаем. Вот так лучше. Вот и все. Теперь опять Ctrl-X, предыдущий паттерн, Ctrl-V. Бас получился довольно высоким, но так и в треке в оригинале. Делаем групповой канал. Вешаем на него тоже софт-клиппер. Делаем кик погромче. Берем на хэты. Ну, стандартная фигня. Хэты расширяем. Можно добавить немножко ревера, но не обязательно. Делаем групповой канал инструментов. Прокью. Вот так как-нибудь немножко расширим. Можно еще бахнуть сюда какой-нибудь центр стерео, но это совершенно-совершенно не обязательно. Еще на наш фортепиано можно бахнуть немножко ревера. Естественно, Reverb 2, мой любимый пресет. Еще, по-моему, во вступлении и в некоторых фрагментах использовано электропиано. Я не нашел ничего лучше, чем добавить сюда Rhodes. Отсюда. Стандартный Rhodes из паков в FL Studio. Вот так, вот так. Тоже бахнуть его на второй канал. Нет, давайте бахнем его на первый канал, но зароутим на канал групповой и немножко убавим. По-моему, он играет во вступлении и в некоторых фрагментах куплета. Еще мы можем, кстати, еще одну вещь сделать. Вместо 808-го баса использовать Pad Bass тоже местами. Сейчас мы это и проделаем. Pad Bass будет у нас из серума. Пресет у вас есть благодаря какому-то из видео. Отлично. Теперь мы делаем отдельно паттерн с ударными. Отдельно паттерн с Rhodes. Отдельно паттерн с басом и паттерн с 808 басом. То есть пэт басом, который будет играть по ноткам 808 баса. Получилась вот такая вот свистопляска. А если заменить его на пэт бас из Silent'а? А 808 бас из Silent'а, кстати, у вас есть благодаря видеоуроку хотя бы даже про Lil Peep и Marshmello. Делаем Ctrl-X, Ctrl-V. Только его надо немножко прижать еще на ки. Вот так лучше. Вот и все. Примерно такое у нас будет вступление. Давайте послушаем все вместе и уберем отсюда кик из этого паттерна. Для этого жмем сюда, Make Unique, открываем его и просто вырезаем кик. Оп, все. Я понимаю, что это не совсем один в один бит, что это скорее бит в стиле Фейса и его трека, но мне кажется, что получилось очень похоже. Действительно, тут
стоит немножко убавить хэта, чуть-чуть добавить снэры, перебалансировать, может быть, по-другому свести, и вы все сможете это сделать, когда этот ролик наберет 2000 лайков, и я выложу этот проект у себя в паблике ВКонтакте, ссылка на который, естественно, будет в описании. А еще, напоминаю, CloudRap 1.2, видеокурс, состоящий из 3 частей, подойдет для новичков, потому что к нему приложен отдельный видеокурс для новичков. Первая часть по клауду, вторая по трилу, третья по трэпу. Он от А до Я, от набора сэмплов до готового бита, включая написание, сведение, мастеринг. К нему приложены все материалы из курса, ссылки на ВСТ и вообще все, что необходимо, как я уже сказал, еще курс для начинающих. Чтобы узнать подробнее и заказать, напишите мне, ссылка на меня в описании, напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. А с вами был Стас, это был канал Школа Битмейкинга, подпишитесь на него, вот сейчас загорелась ссылка, и обязательно посмотрите вот этот ролик или вот этот ролик, они не менее, а то и более интересные, чем тот, который вы только что досмотрели до конца, за что вам просто гигантское спасибо. Напоминаю, меня зовут Стас, Гарф Шпрот. Увидимся в следующем видео. Пока.